Да, Жозефина, здравствуйте. У вас какие-то вопросы? Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Данил Мурза, я к вам пришел на передачу по моделированию. Да, давайте начнем пересдачу. Значит, давайте шарки, десктоп, показывайте все лабораторные работы, как вы их выполняли. Хорошо, сейчас. Так. Так, камеру свою включите, чтобы я вас увидел. Хорошо. Здравствуйте. А только сейчас я разберусь, как включить, как расширить экран. Давайте. А, вот, я понял. Секунду, сейчас в настройках. Так, отвалился у нас. Мурза. Так, теперь я сейчас открою мои лабораторные. Так, видно мой экран? Нет, как вы их делали? Мне не надо PDF. Вы показываете, как вы их делали. Да. Показывайте, как код запускаете, как он работает. Хорошо. И так далее. Короче, смотрите, первое, что вообще нужно рассказать, это в чем вообще суть, что я вообще делал. У меня поставилась какая-то задача, например, пускай будет задача. Давайте с первой начнем. У нас достаточно очень простые задачи. Мне кажется, первая у меня ошибка. Значит, мне будет казаться, что я вам не поставлю переаттестацию. Ну, подождите, просто у меня в первом получился графики. Ну, короче, у меня линия, по-моему, не в ту сторону отклоняется. Мне кажется, у меня первая лаборатория не очень правильная. Я мог бы рассказать про хищных жертв, потому что я, например, начать с тех, в которых я уверен. В чем давайте вообще начнем с жертвы. Показывайте. Да. Суть в чем? У меня есть какая-то модель, мне нужно для нее выход. Вычисления. Сами вычисления. То есть открывайте, в чем вы вычисляли код и как вы кодируете, и как графики строите. Блин, ну окей. Ну, я просто сейчас на маке, мне нужно. Значит, ну, стайл я попробую. Написан на Java, на маке есть Java. Да. Дальше октава перенесена на все совершенно системы, поскольку Mac это BSD Unix, то и октава, и Skylab там чудесно работают. На любом, на октаве, на Skylab, на MATLAB, если у вас есть MATLAB купленный. Значит, давайте к следующему человеку перейдем. У нас есть время пока еще. Давайте. Следующий Квашнин, может быть, нет?
Алло? Никто больше не отвлекается. Тут вот я вижу, подключились Квашнин, Макаров, но они не откликаются. Ну, давайте я пока просто расскажу, как я делал. Ну, у меня пока... Ну, в чем вообще суть? У меня есть какая-то задача – смоделировать какой-то процесс. У меня этот процесс – это модель там, хищник-жертва. У меня стоит модель из каких-то там 4 параметров. Почему 4, а не больше? Если мы будем слишком много параметров этих задавать, то у нас будет какое-то там большое количество решений, и эксперимент вообще не удастся. Поэтому мы Это неправильно. Это неправильно. Небольшое количество параметров делается для того, чтобы проще аналитически решать было. Просто... Ну да, потому что есть там проблемы, например, с поиском обратного решения или типа того. Если мы там построим кучу гиперпараметров, то мы просто не сможем из результата это находить... гиперпараметры? Не говорите слова, которые вы не знаете, что означают. Ну окей, но просто я перепутал с другой там областью. Ну да, я могу, конечно, быть неправ. Ну, не гиперпараметры, а просто параметры. Гиперпараметры в машинном обучении, поэтому я привык так их обзывать. Прошу прощения. Ну, вообще, в чем суть? У нас как бы дана какая-то функция, которая описывает зависимость, например, какая-то рождаемость зайцев, потом как они там плодятся в зависимости от условий, затем как волки плодятся в зависимости от встречи с зайцами и как они умирают естественной смертью. Поэтому у меня стоит там задача смоделировать этот процесс. Ну, первое, что мне вообще нужно было бы сделать, это, например, вывести там график частоты, например, этих, моих волков. В чем суть? Эта система, она изменяется периодически, потому что эти обе функции, ну, то есть зайцы и волки, они зависят друг от друга, от того, какая у кого популяция. Ну, поэтому график функции будет периодический. А в чем вообще суть? Ну, я, например, в своем коде объявляю вот эти мои коэффициенты, которые мне заданы по моей лабораторной работе. Затем я обозначаю какое-то начальное состояние, вообще в этой системе, этого процесса. Далее я описываю мои функции с этими параметрами, которые описывают этот процесс. Я их обозначаю там dx1, dx2. В чем вообще суть? Далее мне, например, я уже сказал, то, что я строю какой-то там периодический график моих хищников, также я могу построить периодический график и моих зайцев. В чем вообще суть этой системы? Она находится, у нее есть несколько состояний, в моем случае она находится не в самом идеальном равновесии, не в идеальной точке, а она у меня находится в каком-то... Но она выходит из равновесия, и она может настолько снизиться популяция, то, что наша модель, в принципе, не будет работать. Но здесь у нас показано то, что она все-таки возвращается в свою какую-то исходную точку, и поэтому наша модель этот процесс описывает. Вот такая штука. Ну, я могу рассказать... еще про рекламу, про процесс по производству и ответить на ваш вопрос. Ну, давайте посмотрим про рекламу. Так. Про эпидемию тоже вообще простая. Вот как раз. Значит, давайте мы так делаем, Данила. Значит, вот вам 20 минут. За 20 минут вы запускаете систему и показываете мне, как вы делаете все лабораторные работы. Просто как программно делаете. Это будет где-то. Значит, я хочу это увидеть, чтобы вы делали все лабораторные работы. 20 минут вам на это. Не сделайте за 20 минут. Будет вторая пересдача у нас, ничего страшного. Вторая пересдача будет в мае, наверное. Так что... Мне нравятся ваши предметы, мне нравятся эти лабы. Я просто, я имею сейчас трудности с этим программным обеспечением. Поставьте, разверните, покажите. Мне увидеть, вот как все это работает. Давайте, все, давайте. Отключайтесь, и мы и подготавливайте, и показывайте, как это работает. Ладно, хорошо, спасибо. Так. Жозефина, что у вас, какие проблемы? У меня доклад по мат-моделированию. Жозефина, у вас все, оценка поставлена. Сегодня пересдача у тех, у кого меньше 51 балла. Все, свободны.
Жозефина, все, можно отключаться. У вас стоит оценка, она выше 51 балла. Изменять эту оценку я уже не буду. А почему нет? Ну, потому что вы не выполнили все активности, которые нужно было выполнить. Времени было более чем достаточно. Но у меня была проблема с компьютером. Ну, ничем помочь не могу. У вас есть телефон, вы могли с телефона точно так же по Акиму подключиться. У вас телефон есть? У меня телефон есть. Ну, вот вы с телефона могли. Тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдания. Все, с вами я больше ничего обсуждать не буду. Вы оценку получили. Все. Для... Да, все. Хорошо. Спасибо. Альце, у меня 49. Алло. Вы в какой группе, Жозефина? НПИБД. НПИБД, сейчас смотрю. НПИБД, это у нас какая ведомость-то? А, это у нас вот это. НПИБД. НПИБД, сейчас какая? НПИБД 02, да? Угу. Здравствуйте. Сейчас, подождите. Жозефина. 50... Моаби Жозефина Диника. 56 баллов. Что вас не устраивает? Да. Что вас не устраивает? У вас больше 51? Все. Я администрирование. Так, да, слушаю дальше. Здесь группа НК, 301. Гасымов, да. Угу. Да. Давайте, показывайте все лабораторные. Да, я вам не смогу, скорее всего, это показать, потому что я с телефона сижу. Ну, нет так, нет, значит, пересдача номер 2. А я не могу вам показать чисто фактически, потому что я с телефона сижу. Нет, я хочу видеть, как вы их выполняли. Я вам отправил на почту. Я хочу видеть, как вы их выполняли. Я могу вам объяснить, но я не могу. Я хочу видеть, как вы их выполняли. Как я вам покажу, у меня ноутбука нет. Все. Дмитрий Сергеевич, у меня нет ноутбука. Значит, пересдача номер 2. Мне пойти во время карантина ноутбук купить? Ничем помочь не могу. Дмитрий Сергеевич, это нелогично. Вы как делал лабораторные работы? Дмитрий Сергеевич, я вчера... Вы как делали лабораторные работы, находясь дома? Я вчера брал... Как делали лабораторные работы, находясь дома? Расскажите. Так, вы не даете мне ответить, я сейчас пытаюсь вам ответить. Так. Я вчера брал у своего соседа ноутбук, просил, забирал. Вот, и так делал. Ну, сейчас, ладно, хорошо, подождите. Идите, возьмите у своего соседа ноутбук и все показывайте, хорошо. Да. Все хорошо. Квашнин или Макаров, вы готовы отвечать? Алло, я готов. Да, да, показывайте лабораторные, как сейчас вы делаете. Сейчас я... Разберусь, как расширить экран.
Ага, экран видно сейчас? Экран видно. Ага. А что, мне просто типа показывать прямо? Нет, вот вы показываете, как вы делали. Как вы делали в Skylab, да. И рассказывайте. Ну, значит, первая лабораторная про, про погоню, где есть значит, две лодки. Одна, значит, движется за другой. Сейчас копирую и расскажу, что за что отвечает. Вот, это первый случай, где это самое, где лодка браконьеров, получается, находится с одной стороны полюса. Это начальное значение расстояния их, которое между лодками в начале. Это функция, которая отвечает за движение лодки. Нет, лодки береговой охраны. Это за лодки браконьеров. И получается, что все работает, да? Да, все работает. И получается, что чтобы встретиться, получается, нужно береговой охране двигаться в этом направлении, и они пересекутся, да, ну, в этой точке. Первый раз. В этой второй, если они первый раз. Угу. Следующую. Следующую лабораторную или вторую? Да. Лабораторная. Ага. Вторая лабораторная была про войну, про боевые действия. Первый случай, когда нет... сейчас. Когда нет партизан. Сейчас, секундочку. Вот. Запускайте. Это значит, ага. Хорошо. Вот получается, что по этому графику. Что когда, это? Что это график показывает? Да, когда нет партизан, получается, что ну, численность армии снижается, но к концу получается, что у красных остается больше армии, но они, получается, выигрывают. Это в случае, если нет никаких, без партизан. А если. Учитывать партизанов, там увеличивается формула, и получается другой результат. Да, получается, что Красная Армия сразу же практически теряет все свои войска. Да, и... следующее, давайте. Это лабораторная. Гармонические колебания. Сейчас я... Так, я надеюсь, что вставится сейчас нормально. Сейчас я попробую вставить блокнот, чтобы все это одним запустилось одним файлом, потому что здесь не построится сейчас.
вот все построилось. Что это означает? Что это овал или эллипс означает? Это эллипс или овал? Так, давайте подумаем. По-моему, это эллипс называется. Хорошо. Ну, насколько я понимаю, это нахождение, ну, как бы, стационарных, вернее, нет, не так, это частота движения этого, ну, как называется, господи, вылетел из головы на букву «Г». Гармонического осциллятора, да. Хорошо, да. Угу. Да, что? Так, дальше давайте, да. Следующий. Следующую лабораторную делайте. Следующий лабораторный, следующий, четвертый, да. Угу. Самая. Нет, перепутала, другая. Это с операцией хищников и жертв. Ага, это да, опять не работает, да, давайте. Не, сейчас я исправлю, потому что... Чего? Сейчас. Что-то он не рисует. Попробую перезапустить. Сейчас, секундочку. Странно. А, потому что я закомментировал. Все, я понял. Я прошу прощения, я не убрал комментарии с рисунка. Да, да, я ждал, когда вы... Да-да-да, я что-то просмотрел. Ну да, собственно, потому что здесь три этих разных, можно показать три разных графика, и по одному можно откомментировать их. Это вот первый график, когда для популяции хищников. Можно посмотреть. А, ну, можно посмотреть второй график. Все на одной. Можно? Все или три это? Графика на одном. А почему интересуется? Ну, хорошо. Или нет? Ну, я не знаю, как. А, нет, ну все нормально, все здесь работает, да. Ну, правда, здесь сложно что-то разобрать, конечно, так. Слишком. Но он да, рисует. Хорошо, хорошо, да. Следующую. Следующую лабораторную. Да, вот с болезнями. Первый случай, по-моему, когда, да, когда начальное количество этих это количество инфицированных больше нуля, если меньше, больше нуля. У вас ошибка. Сейчас такой график. Ошибка?
Ну, таких графиков не может быть. Здесь такой же. Да, здесь такой же. Угу. У вас там, видите, переменная трех не определена. Где? Какой-то мусор. Вот, точно. Все вижу, да. Сейчас. Так, это просто старая осталась. А тот же самый почему-то рисует. Ну, только там. А, нет, все то же самое, вроде тоже. Вам, значит, у нас из двух частей, как я говорил. Первая часть – это была вы показываете, а вторая – пишите от руки ответ, да, и посылаете мне до 12 часов. До 12. Значит, у вас вопрос будет модель СИР. Вам нужно будет описать своими словами и графичек нарисовать, какой должен быть относительно нашей новой болезни COVID-19. А начальные условия там все это? Ну, примерно, чтобы качественно только. Давайте, опишите мне эту модель, как вы понимаете, не копируя с Вики. А как, значит, это будет ваш вопрос. Все прям от руки. От руки писать, да, потом сфотографировать и послать мне на почту. И тогда это будет завершенная пересдача. До 12, пожалуйста, хорошо? Значит, дальше лабораторный счет. А там нету? В этом... На ТУИСе должна быть почта. Если что... На ТУИСе почта. Еще, если я не найду, я напишу вам в Teams, хорошо? Ну, в Teams пошлите, да. Хорошо, остальные сейчас. Да, и две еще лабораторные, да, у вас остались. Показывайте. Ставим. Что там? Алло? Да. Я что-то пропала связь. Ага. Надеюсь, что все будет нормально. Да, все. Просто... Да. Давайте и последнюю лабораторную, и все. Угу. Ну ладно. Смысл этих графиков какой? Ну, это показывает две фирмы, зеленая и синяя, и их положение на рынке. В каком? Ладно. Давайте. Значит, пишите от руки модель СИР, от руки же графики можете нарисовать. Как вы это понимаете? Не надо копировать с Википедии. Много не надо, ну, как вы это понимаете? Да, конечно, пользоваться можете. Да. Вы высылаете мне на мой адрес до 12 часов. Это все. Нужно от руки обязательно или можно в Word просто написать? Это нужно написать от руки картинки. Обязательно написать. Хорошо. От руки и сфотографировать. Угу. Все. Все хорошо. Да, до свидания. Спасибо. До свидания. Так, кто еще? Макаров? Есть Макаров? А, да, здравствуйте. Слышите? Давайте, меня? Давайте, шарьте. Окей, сейчас шарю. Так, тут видно, нет, не видно? Пока еще нет. А теперь? Да. Окей, ладно, начинаем с первой работы. Так, где-то у нас там. Давайте это все закрою. Save and execute. Ага, получается. Здесь у нас... Ну, давайте начнем сначала, наверное.
Ну, а, понятно, все, давайте следующую, вторую. Че, уже? Да, мне много не надо. Execute. Соответственно, боевые действия две. Ну, понятно, да, следующая. Так. Ой, это пусть... что такое? А может, тут просто два графика рисуется? Это... Я же такого не помню, что у меня это такое что... было. Что за ножка такая торчит? Я не помню, что у меня такого было. А может быть, втором? Правильно. И тут ножка. Странно. Объясните это. Я что-то точно не помню, что у меня такого было в лабе. Давайте даже посмотрим, что у меня точно такого не было в лабе. ОДТ. Зачем ОДТ открывал? Да, у меня такого не было. Ножки нету, а тут ножка. Ладно, разбираться не будет. Ну-ка, покажите вот спиральку, чтобы было со спиралькой. Со спиралькой. Так, а у меня же должно быть... Это вообще не то, по-моему. Тут должно быть три плота. Да. А почему он один? Так, я не вот понял. Давайте следующую лабораторную, поехали, все. Следующее. Это как, это очень странно. Ладно, четвертая лаба. Давайте. Так, execute. Так, это у нас. Что это у нас? Уже не помню. Это, по-моему, хищник, жертва, зависимость, численность, изменение численности. Да, так. А есть у нас от времени зависящие, а не фазовый портрет. А, да, да. Вот от времени Y2 это, по-моему, сейчас я да. Уже. Вот. От времени. И это у нас хищник, да, и туда же жертву. Или жертва это была. Я думаю, хищник. Еще давайте посмотрим, да. Оба графика на одни. Да, да, я уж. А, оба графика, ну можно просто без разницы, он все равно так оба графика. Ага. Да, хорошо. Давайте следующее. Так, лаб 5. Окей, экзекьют. Так, а тут. Сиром там плохо, да. Ладно, давайте дальше. Правильно, ага. Так, 6-1, execute, 7, execute. Ага, реклама, по-моему. Здесь график распространения информации о товаре. Ага. Так, и последнее. Это у нас. Да, а здесь. Здесь у нас. Изменение, как он называется, для одной, для второй и другой. Оборотные средства, да, изменение оборотных средств для второй и первой фирмы. Ага. Хорошо, хорошо. Давайте, значит, письменно сделайте модель изинга, не опишите. Угу. То есть, получается, по формулам кода никого не писать, только формула. Да, это от руки ага. Описать. Смысл этой модели, смысл, не надо формулы меня пугать. Смысл модели и парочка формул, да. Окей, хорошо. Да, изинга. Изинг. Запомнили? Хорошо, да, запомнил. Да. Можете пользоваться Википедией, чем угодно, это ваш бизнес. Угу. До 12 на почту мне присылайте скан, ну, фотографии, скан, все остальное. Хорошо, спасибо. Да. Дмитрий Сергеевич. Я слушаю. Привет, Данил. Ну, блин, у меня поставился Skylab, но просто была проблема, что он не скачивался. Ну, я могу написать свою лабораторную. Показывайте лабораторные, как они работают. Да я могу их прямо сделать, ну ладно. Ну, можете, предыдущий оратор, например, перед самым первым, он просто копировал, с отчета вставлял и запускал. Там они настолько mm-hmm. примитивные, что просто... ужас какой-то. Сейчас, секунду. Шарки, так. Да. Короче, смотрите. В чем вообще суть? Видно мой файл? Пустой пока видно, да. Ну да, я, короче, буду пользоваться теорией, потому что, ну, мне, во-первых, нужны условия. Я сейчас буду решать задачу об эпидемии. Вы просто, мне нужно быстро. У вас на всю пересдачу 7 лабораторных по 1,5 минуты, 10 минут на все. Давайте. Давайте я напишу ее. Ну, короче, в чем суть? У нас есть N. Не надо мне тут медленно. 10 минут на все 7 лабораторных.
Окей, не успеваете, значит, как будто ничего не сдали. Хорошо, можно да, так сделать. Смотрите, да, давайте меня... так, да. Да, хорошо. А, короче, в чем суть? У меня описывается эпидемия, у меня есть две системы, рассматриваются два случая. Первый случай, когда больные изолированы, а второй случай, так, когда... Так, почему вы опять с середины начали? С первой? Ну ладно, давайте с середины, давайте. Показывайте графики, какие получились. И уже так, по графику объясняйте. Да. Блин, а у меня не видно... Ладно, сейчас, короче, я перезапущу эту демонстрацию. У меня, походу, вы шарьте десктоп, а не одно окно. А как? А, все, я вижу, походу. Видите? Так. Там написано «скрин». Получилось? Да. О, да, короче, все, у меня все остальные лабораторные. Хорошо, поехали. Сейчас, секунду. Все лабораторные сейчас показывают. Хорошо, я понял. Сейчас покажу остальные. Так, это, короче, у меня задача о рекламе. Секунду. Но тут я разбираю. Тут у меня, короче, задача об... Графики показывайте. Графики. Хорошо. Так, вы решили с первой начать, да? Хорошо. Ну да. Тут у меня, короче, задача о погоне за лодкой. Мне нужно просто... Блин, я не знаю, что-то... А, вот они, или нет. Мне их нужно закрыть. Мне, короче... Мне как-то... А, я понял, в чем проблема. А, вот, короче, у меня задача погони за браконьерами. Перехожу к следующей лабораторной. Далее. Так, у меня здесь будет моделирование боевых действий. Ну, у меня тут, в принципе, даже только один случай. В чем суть? Ну, сначала мы рассмотрим армии регулярные, с тем, как у них проходят боевые действия с каким-то с вероятностью прибытия подкрепления, а далее мы рассмотрим вариант партизанской, ну, где регулярная армия сталкивается с партизанской. Рассмотрим второй случай. Здесь мы будем рассматривать модель боевых действий регулярной армии с партизанскими отрядами. Ну, понятное дело, модель не будет длиться на всем графике, которым я показал. Ну, то есть процесс закончится раньше, чем на моем предыдущем графике, потому что у регулярной армии есть более численное преимущество, и она, понятное дело, превосходит партизанские отряды. Но он просто немного отличается, эти модели. Переходим к следующей лабораторной. И это про галлюнические колебания маятника. В чем суть? Сейчас посмотрим. Ну, тут в основном не то чтобы... Тут, короче, этот основной момент на рассмотре этих графиков. Что с ним такое? Так.
Далее. Так, а вообще про эту лабу я уже рассказывал. Я думаю, графики, ее... графики покажите. Я не увидел графики. Блин, ну я же про нее рассказал. Разве... Но я не видел графики. Ладно, хорошо, давайте запущу ее. Ну вообще я могу... Нет, мне... про колебания я не увидел графики. Графики, колебания я не увидел. Хорошо, давайте посмотрим. Но они тут есть. Нет, не надо мне тут. Я прошу вас построить. Хорошо, давайте я построю. В чем вообще суть этого? Так, Данил, давайте отключайтесь. Вам 10 минут на то, чтобы все это сделали. И покажите быстро все файлы по очереди. Генерите 7 файлов. Показывайте, как они работают. Рисуют графики. Все. Отключаем вас и ждем, когда вы все сделаете. Кто у нас еще есть? Есть еще кто-то пересдавать? Дмитрий Сергеевич. Есть я, но я не знаю, я подключился через компьютер. Просто я не знаю, вы слышите меня тут или нет. Вот. Так, кто-то подключился еще? Дмитрий Сергеевич, я здесь. Давайте. Просто, Дмитрий Сергеевич, я сейчас подключился через компьютер, получается. Но я не знаю, то есть, вот отображается Фарид? Два Фарид и Гасымов Фарид. Да, вот. Я не знаю, просто меня слышно с другого. Я сейчас попробую выключить микрофон и включить другой, чтобы убедиться. Меня так не слышно, да? Нет, вот вас слышно. Это ваш логин, говорит, который университетский. Да, давайте шарьте десктоп. Я сейчас попробую включить камеру здесь. Камеру даже не надо, просто шарьте десктоп и смотрим. Так я не знаю, не подключаю. Видео не работает. Я не знаю, подключить. Чтобы я ходил. Так, сейчас будет эхо здесь. Просто говори много. Давай сделаю, знаете как? Я сейчас вам попробую. Вот так вот. Так, хорошо. Вот так. А зашарить десктоп не можете вы? Нет, я не могу почему-то подключиться вот здесь. Я могу вот так вот вам показать. Честно, я то есть вот делаю все, что могу. Так, показывайте, запускайте, как вы выполняли лабораторные, Skylab или Octave запускайте и показывайте. У меня нет приложения, потому что я... Поставьте. У меня есть онлайн. Онлайн, на котором я вот делал. Вот, давайте, запускайте в онлайне, показывайте все. Вот, сейчас я вам покажу, смотрите. Это отдельные коды, потому что я вам то, что отправлял. Давайте, показывайте в приложении все лабораторные по очереди. Первой лабораторной у меня нет, к сожалению. У меня есть вторая лабораторная работа. Ну как, нет. Или все, или ничего. Я понимаю, да, но я могу вам первую просто доделать, потому что я все это делал за одну ночь, сегодня сидел, это все делал, выполнял, сегодня прям буквально до утра все это делал. Показывайте, поэтому... показывайте. А вот с чего давайте начнем со второй, да, показывайте.
Вот, я вам пока начну показывать. Смотрите, у меня здесь вот скриншот стоит. Нет, выполнение кода. Я покажу это тоже, да. То есть, вот, нет, меня... только выполнение кода показывайте. Все остальное мне не нужно. Сейчас покажу. У меня вот это вот отдельно написано сюда. Вот, смотрите. Я сейчас скопирую. Ой, много. Так, я копирую. И вставляю сюда. Ой. Он появился, и сейчас... Вот. Вот. Как вы видите. Дальше. Вот. Еще. Сейчас, да. Второй график, который есть у меня из второй лабораторной. Сейчас. А. Сейчас. Я сейчас изменю просто вот, вот здесь вот входим на ABS, то есть на модуль ABS. Вот. А, у меня просто здесь ошибку выдала. Я ее как модуль написал изначально в коде. Вот, а вот здесь вот просто ABS. То есть на модуль. Давайте. Я не понимаю, сейчас в данный момент он сейчас так вот делает. Значит так, разбирайтесь со всеми, вам 10 минут разобраться, а сейчас Данила Мурза подключится. Да. Все, давайте. Я уже тут, я подключился, сейчас, секунду. Да. У меня, короче, ну, вроде все рисуется, но он долго его компилирует. И не выводит еще на график. Ну, сейчас, секунду. Так, зашарьтесь. Да, да, сейчас, стоп, секунду. У меня почему-то он не рисует. У меня он рисует одну лабу, но если я нарисовал одну, то у меня почему-то он перестает рисовать другие. Да, о, все, окей, все получилось. Секунду. Десктоп зашарьте,
Данил. Да, я все. У меня, короче, была проблема. Я шарю, у меня уже все получилось. Так, смотрите. Скрин. Так, шарю десктоп. Смотрите, у меня, короче, не получалось офлайн запустить, потому что у меня там была какая-то проблема. А вот графики, которых ты доставала. Хорошо, дальше. Это про фирму, это про фирму, это про тот, который у меня другая не запускалась. Ну, тогда, в принципе, это все. Значит, давайте вопрос вам. Хорошо. Модели случайного блуждания и броуновское движение от руки до 12 напишите, сфотографируйте или сосканируйте на почту мне. Хорошо, спасибо. Модели случайного блуждания. Блуждание и броуновское движение. Как понял, вы понимаете? Спасибо. Хорошо, ну модель случайного блуждания это окей, броуновское движение, ну я постараюсь. Угу. Хорошо, спасибо. Дмитрий Сергеевич, я могу да вам показывать? Да, я смотрю. Да, я смотрю. Это вторая лабораторная работа. Вот. Видно, да? То есть это второй график. Да. Вот. Надо к третьей, да, переходить? Угу. Сейчас. Соответственно, вам показывать саму работу, то есть, или только... Нет, тогда? Нет, показывайте только выполнение. Все хорошо. Знал бы, я бы столько не писал, ну ладно. Так, значит, вот у нас первый код. У меня там, к сожалению, в какое-то время, ну, то есть в какой-то период мне пришлось коды, грубо говоря, я их уже, это, ну, то есть не ставил, вот. Давайте вот. Дальше. Так, я сейчас вам покажу. Ой. И еще третий один остался. Вы увидели, да? Да, да, все хорошо. Давайте дальше. Угу. И вот. Это хорошо, да, дальше. Теперь четвертая лабораторная работа. Вот. Вот. Да, хорошо, дальше. Угу. Здесь мне нужно будет ввести просто начальное, если не ошибаюсь, сейчас. Там все было, все в коде есть. Угу. Осталось здесь же? Здесь вроде нет, это у нас шестая. Ой, нет, это у нас пятая. Сейчас я вам пятую. Вот. Вот, да, у нас нет начала, то есть я здесь вот не вводил в начале, сейчас я вам введу. Здесь код просто не полный из-за этого.
Я сейчас введу просто вот эти вот начальные данные, грубо говоря. Давайте. У нас равно. И нулевая. Равно. 2. Так, нулевой. У нас правильно. И это. Нулевой, да. Нулевой. Сейчас должно работать. Ой, вот оно. Это что? О, хорошо, да, все хорошо, дальше. Следующее. У меня, к сожалению, вот сейчас я вам... Сейчас пойду. Вот здесь вот у меня одна загвоздка, я к чему говорю. У меня здесь есть скриншот точно таким же, то есть образом я указываю вот этот вот график. Вот он у меня. Вот. Но я могу, конечно, все это сейчас вот взять и переписать, но это будет чуть дольше просто. То есть ладно, давайте дальше. Таким же способом делается. Дальше давайте. Вот. Из варианта вот, лабораторная номер 6 и лабораторная номер 7 у меня вот точно так же здесь скриншоты и эти. Если вы хотите, я могу все это, конечно, написать. То есть вот у меня скрин кода, который вбивается на том же сайте. Вот у меня получается график, потом и вот случай второй. Вот, ладно, все хорошо. Так, давайте мы вам даем задание. Значит, до 12 от руки написать, прислать мне на почту. Значит, вопрос у вас такой. Вам нужно описать перколяцию и диффузное заражение. Перколяцию и диффузное заражение, правильно? Да, перколяция и диффузное заражение. Это связанные темы. Пожалуйста, как вы понимаете, не надо переписывать Википедию. Просто напишите, как вы понимаете. Все. От руки сфотографируйте и пришлите. Я уточню. Это перколяция и диффузное заражение. Все правильно? Да, перколяция и диффузное заражение. Нужен будет код, то есть добавлять? Нет, или... нет, все, не нужно. Только... Не нужно. Теперь от вас ответ на вопрос. Все. Да, то есть просто общее понимание. Общее что... понимание, там парочка формул, картиночку от руки можно, графичек, ну все так это. Я вас понял, все. Да, давайте.